Ну, ребятки, год не был на своей вымостке. Или два. Ядрён батон. Воды нет. Вот это прикол. Моя вымостка стоит уже на берегу. А раньше она стояла в воде. Ребят, вот так вот воды. Ё-моё. А в этих камышах я ходил пешком, ловил карпа на киву. Вы посмотрите, что с нашим водоемом происходит. Высохла полностью вода. Видели? Блин, жесть. Вот тут я такого карпа валил. Ядрён батон. Как здесь. Помните же мою вымостку? Я здесь и на удочку ловил, на поплавочек. Это вы посмотрите, аж где вода. Блин, и по всех берегах такое. Так, на той стороне он, что там люди есть, машины стоят. А кто-то сидит. Видели как? Зимы не было, воды не набралось. О, там бамбука-куритель когда-то ловил рыбку. Вот как это выглядит все внизу. Видите, какая глубина когда-то была? Во! Теперь сухо. Блин, интересно, а рыбка не высохла здесь? Сейчас попробуем. Попробуем чего-то половить, если не будет дождя. Он тучи натягивает, ё-моё. Смотрите, какое темное там сзади. Первым делом водички надо набрать. Так, не утону я здесь. Ну, хотя твердо вроде бы. Ух ты, ё-моё, дальше проваливается. Ух, опа-на. Надо будет руки мыть. Шик. Есть. Чик. Чик. О, ребятки, дождик начинается. Натянуло тучку к нам. Вот, блин, непруха, а. Ну, ничего, будем рыбачить. Я сварил мастырочки вчера вечером. Опа! Будем ловить по старинке. На кормачки, на мастырку, на мои кормачки, которые уже прозвали кормачки от Михалыча. Так называемая снасть убийца карася. Только моя снасть отличается тем, что здесь одна пружинка и два крючка. Но убийца карася там три ненужных пружинки. Настюха простая, но рыбу просто убивает. Уже сколько подделок делает на эти кормачки, но все равно... Подделочные кормаки хрен так рыбу ловят, как мои. И, ребятки, чтобы не попасть на подделки, вот оригинальные кормачки Михалыча идут с таким грузиком с надписью «Клуб рыбаков». Видели? И мои кормачки продаю лично я, магазин Terra Fish и магазин Карпзандр. Все, больше никто. Если это не у них, значит подделка. Снасть простая, блин. Опа, сейчас заминаю мастырочку. Много кто новых зрителей, кто не знает, ребятки, лучше всего эта снасть работает с мастыркой. Как мастырку сделать, подсказка в правом верхнем углу. Видео на канале, вы перейдете, посмотрите и все сделаете. Так, здесь у нас обычный пенопласт идет изначально. Но я поставлю вот польский пенопласт. Раз поставил, блин, и пока кормачка не оторвете, будет висеть. Опа, такой долгоиграющий. Чик. Одеваем на крючочек. Все, теперь делаем две сосочки и втыкаем туда крючки. Значит, ребят, для чего нужен пенопласт на крючках? Рыба ж не жрет пенопласт, она просто подходит на мастырочку, пожрать мастырку. А крючок с пенопластом имеет, ну то есть без веса, и он просто влетает ей в рот. Все-навсего. Все просто. Так, первого можно забрасывать. Чик.
Ну, вы снасти мои знаете, которые я использую на кормочке. Это спиннинг Golden Catch Passion в размере 2,70 и 40-125 грамм. Есть у меня еще пассионы до 180 грамм. Те идут красного цвета. Тоже бомбезные. Так, и катушка Калипсо. Калипсо Монза 5000. И оранжевая леска 0,25 мм. Климакс здесь, да, климакс намотана. Это брал я в Карбзандере эту лесочку. Короче, снасть бомба. Люди эти спиннинги используют даже под карповики. Представляете, ребятки, ловят карпа ими. Ну а что, недорогое, классное удилище. Плюс катушечка вообще там шаровая цена и катушка шикарная. Второй год, никаких вопросов к ней нет. Первый пошел. Так, будем рыбачить с обычными сигнализаторами. Щук. Самыми дешевыми. Хопс. Часто спрашивают меня, где взять. Ребятки, у нас продаются в любом рыболовном магазине. Просто в любом. Пуляем второго. Там где-то коряшки были, насколько я знаю. Оп. Так, снова дождик начинается. Я так понял, дождик сегодня будет нас радовать. А рыба будет нас радовать или не будет? Хопс. Так, второй есть. Вот и третьего ставлю пассиона. Здоровым тестом. Он 100-180 грамм. Такой универсальный спиннинг. Его можно использовать вообще в любой рыбалке. Даже на хищника, там, в троллинг. Ну, что хотите. На море в отвес, блин, на кормочки, на карповики, что хотите. Так, и катушечка здесь помощнее стоит, называется Golden Catch Onyx, тоже 5000, 5 плюс 1 подшипник, хопа, и высокоскоростная, 5,5 к 1 передаточное число. Ну что, этого где-то в сторонку поставим. Так, что же я не вижу? Не вижу коряг. Здесь коряги такие были красивые. Ладно. Поехали. Бульк. Все, ребятки. Все заряжено, заброшено. Три штучки забабахал. Думаю, хватит. Пока тишина. Наверное, сейчас заколотим прикормочки. И закормим там, куда я набросал кормочков. Попробуем подтянуть рыбку. Вот так выглядит мое место. Грязь, глина. Я вон досток нашел, блин. Сделал себе помост такой. За основу мы возьмем карась чеснок. Чесночные прикормки лучше всего работают по холодной воде, весной. Опа-на! Туда добавим зерновых 3 кабайс, мелких, тоже чесночные. В прошлой рыбалке конопля осталась. Это я на линя ездил. Чуть-чуть оставил конопельки. Заколошматим тоже туда. И чуть-чуть сыпанем секретного ингредиента. Опс. Опа. Все, кто смотрит канал Михалыча, все знают, что я добавляю прикормки криль. Это молотая антарктическая креветка от фирмы Интеркриль. Ребятка, тоже будьте внимательны, потому что это охрененно рабочая штука. И очень много ее начали подделывать. Обычную креветку фасуют, выдают за антарктическую. Да не только креветку, разную там рыбью муку и тому подобное. Что-нибудь фасуют, пишут криль и вперед разводят людей. А люди потом пишут, что «Ай, Михалыч, криль твой не работает». Так вот, ребятки, криль только от фирмы Интеркриль. Он идет в таких черных упаковках. Только 2-килограммовая упаковочка серебристая. Все вот такие. Доставил я, короче, на всякий случай еще одного. У меня 4 кормачных удилища.
на нашем водоеме это рыболовное сообщество, в котором я состою с детства. Здесь у нас по снастях ограничение 18 спиннингов. То есть можете 18 палок ставить, не больше. Ну, я 4, это типа ни о чем. Сейчас помбиков 4-5 забросим. Опа-на. Вот придумали классную штуку. Спомб-закормочная ракета. Да, ребятки, там часто спрашиваете меня, где взять. Ссылочку прикручу вам под видео. О-о-о, что-то там у меня. Он вроде бы дергало. На третий. Ну. О-о-о, и здесь дергает, смотрите. О-о-о, смотрите, ребят. Клюет, клюет. И там дергает. Ничего себе, рыбка подошла. Ну, давай, 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 давай. Это возле коря стоит. Ну. Видели, испугалась того, что я хочу ее закормить. Так, все, прокормился. Теперь остается только ждать. Если здесь рыба еще осталась, то я же говорю, я здесь давно не был. Что? Клюй. Клюй, рыбка, клюй. О-о-о, давай. Что-то долбит. Ну-ну-ну. Давай, или ты там сидишь? Наверное, сидит что-то небольшое. Да. Третий раз уже клюет. Тюк-тюк-тюк. И все. Тюк-тюк-тюк. Он потянуть даже не может. Короче, подсекаем. Так, что-то вроде бы как бы есть. Ого, есть, сопротивляясь. В сторону уходит. Ничего себе, ребятки, у нас первая рыба. А ну, угадайте, какая? Плотва собака? А я хочу карасика. Плотва собака нас всегда преследует. О, фух, народ, ядрен батон. Жаровой карасик, самый вкусный карась в мире. Вот такой размерчик его. Ура, первый карасик клюнул. Так, сейчас пойдем ведерко найдем. Ё-моё, тут можно до середины водоема дойти. О, моя старая норка для карасика. Тюк. Есть, первый есть. Так, мастерочку так и не успел высосать, значит, новые не заряжаем. Сюда же вставляем крючочки. Хоп. И вперед. Опа, опа. И снова она тут же опустила. Дергай, опустила. На крайне клюет. Так, а что ж на тени клюет, а? Так, 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 сильно не дергайся. Класс, блин, вот таких карасиков пару десятков и все. У Михалыча жизнь удалась. Самая моя любимая рыбка. Ух, небольшие карасевич. Там есть. Блин, только что ты такой маленький? Можно было и чуть-чуть побольше. И уже с краснухой. Ядрен батон. Наверное, из-за того, что воды нет. Болеет краснухой. Так, ну ты вообще маленький, чувак. Давай, наверное, иди подрастай. Но это ж не дело. Иди давай. Ребятки, снова на тот же самый дергает. Ну, что ты там, сидишь же? Сидит, наверное. Блин, ушел, гад. Опа-опа-па-па-па-па-па, опустила. Эх, не люблю поклевок на нас. Потому что 50% их холостые. Так, и сейчас тоже не пойму.
Есть там что-то или не есть? Не, вроде бы есть. Что-то есть небольшое, но есть. Так, резко так бум, я опустил. Хэй, ё-моё. Ё, за глаз поймался карасик. Видели, ребятки? Мелкий карасевич. Опа, опа, и там клюет, он и там клюет. Сейчас. Опс. Уже не клюет, да? Так, надо отцеплять быстрее его. В норку. Подошла рыбка на прикормку, да? Маленькая, правда. У нас же тут были такие карасевичи красивые. О, дергает еще. Так, сейчас пойдем. Пойдем посмотрим. Ну, ты там сидишь? Сидишь, друг? Полетел. О, давай, дружище, давай. Тинь-тинь. Эть! Иди сюда. Иди сюда, дружбанчику. Так, ну что ж такие маленькие. Подтянулись. Особо клевать не хочет. Ну так, там чук-чук-чук. Там чук-чук-чук. И вот здесь подергал. Блин, а интересно, карп у нас тут остался или нет? Или его бракоши всего выбили? Ё-моё, смотался. Ну, ядрен батон. Опа, и здесь клюет. Смотрите, опускает. Видите? Опустил. Опа. Подходит этим дуплетом. Да ё-моё, блин, намотал. Так, надо этого ложить, а того тянуть. И здесь смотался, ну ё-моё. Опа, соседний клюет и опускает, ну. О, оклевало на этот. Я же говорю, подходит, блин, косяками рыбка. Люди разъезжаются на той стороне. Вон еще один рыбак собрался. Что-то у них там вообще не клюет. Фух. Жаровой карасевич. Чудудун. О, ну этот уже почти на ладошку. Хороший какой крупняк. Ёпа. А высасывает мастырку почти в ноль. Хулиганы. Так, в норку. О, третьим будешь. Короче, друзья, переехал я на другой водоем. Там мелочь заколебала просто. О, смотрите, я уже клюю. Ну. О, что-то есть. Блин, ребятки, на том водоеме, где я состою в рыболовном сообществе, ну просто жесть, аж плакать хочется, видели? Водички нет. О, вода упала, блин. И плюс вот такой карасик, все, ничего крупнее я не поймал. О, смотрите, она. Ой-ой-ой-ой. Сейчас покажу. Хопс. Сел прямо на дамбе. Ядрен батон. Смотрите, какой карасевич сразу же попался. Видели? Фух, жаровой карасевич. Класс. Мастырочка. Буквально полчаса, как я прокормился, и сразу подтянулся карась. Если есть хороший карась, он на мастырочку. Ну, мастырка это ж кормачки, народ. Мои кормачки, мастырка лучше всего. Опа. Сюда. О, я тех карасиков отпустил. Будем собирать новых. Класс. Хоп, стоять здесь. Опа, смотрите, вот это я понимаю. Вот это я понимаю клюв. Фу. Ух, как упирается. Там не глубоко, где-то около метра глубины. И уходит в сторону. Ух. Да, еще, ребятки, дождь прошел. Такой дождь пролупашил у нас. Что просто пиздец. О, ну это ж караси, ё. Этот еще побольше. Видели, ребята? И все, на польский пенопластик, мастырочка, пенопласт. Больше ничего и не надо. Такие классные карасики. Мастырочку не успел и высосать. Значит, ее и забрасываем обратно. Стой.
Хопс. Видели, все, работа пошла. Давай по следующих карасевичей. Бульк. Есть. Прям с этой штучкой забрасывай. Дзензеленчики я поснимал. Нафиг они там не нужны. Я здесь буду сидеть возле снастей. Иди сюда. Ух. Так сразу натягивает, как будто там зверь засел. Ой-ой-ой-ой, ты шо? Класс. Класс, третий. Бог любит троицу. Ух, и ведет. Куда ты уходишь? Куда ты уходишь? Ай, красота, красота. Еще удилищами этими тянуть. Ух. Блин, как будто карп сопротивляется. Карась, ну хорошенький. Ух ты, ребятки. Каждый раз больше и больше карасик. Вы посмотрите на этого карасевича. Стой, стой, стой. О. И какой-то интересный, длинный. Вот, смотрите. О. Вот моя рука, да, и вот карасевич. Ни хрена себе карасевич. Ой-ой-ой. Ого, и два крючка сразу. Чик. Рез. Ты что, жадный? Жадный, да, к мастырочке. Оба-на. Вот три брата-акробата. Так, все, мастырка играет дальше. Опа. Вставляем крючочечки туда. Чик. О, на крайний. То, что ближе к камышам стоит. Ну. Там еще не доклевал и уже тут клюет. Ого, гайка. Гайка работает. Опа. На гайку клюнул. Этот я забросил на середину. Надо ближе к берегу бросать. Рыбка сейчас держится ближе к берегу или в камышах. Фу. И не прицепился, то есть отцепился. Сейчас перебросим его ближе к берегу. Гайка сработала в холостую. Блин. Хорошо. Ё-моё. А тут вырывает спиннинга. А тут вырывает. Опа-на. Иди, братан, сюда. Фух. Народ, ну аж становится неинтересно. Только забрасывай да таскай. Ё-моё. Я на этом водоеме, блин, еще в детстве, наверное, ловил. А не, когда-то карпов лет 5-6 назад ловил. А карасиков, то точно последний раз в детстве ловил. Фух, тут такие карасики, вы видели? Не зря сюда заскочил. Думаю, заскочу на соседний водоем, посмотрю, что здесь делается. Ё. Самые-самые такие вкусные карасики. Чтоб чуть-чуть поменьше, вообще был бы жир. Так, ребят, знаете, что хочу попробовать? А я хочу попробовать. Я вожу с собой уже давно. Опа-на, сейчас покажу. Для таких ленивых, как сам. Так, коробочка сюда. Во, мамалыгу хочу попробовать. Как думаете, будет работать? В том году по карпах она так отбабахалась. Вот я взял с собой чеснок. Сладкая кукуруза, макуха и еще какую-то срань. А, это тоже сладкая кукуруза. А ну сейчас чего-то попробуем. С чего начнем? С кукурузки или с, а ну, с макухи? Оба-на! То мастырка, понятно. На мастырку всегда клюет. Но не всегда есть время ее сварить. Опс. Мастырочку снимаем, а мамалыгу заминаем. Ребят, бывает мамалыга плохо заминается. Она вообще придумана для прикормок, для разных там кусочками резать, как наживку ее использовать. А я ее использую в кормачок. То у трикобайс есть, если плохо мнется, у них есть клей. Кукурузяный такой клей. Я не знаю, есть он со мной или нет. Вот я смотрю, так себе заминается не очень. То надо добавить было бы клея. Сейчас пойду порою в своих вещах, может найду. И этот клей тогда хорошо скрепляет.
Хорошо мамалыгу скрепляете, она держится отлично в кормочке. А так без клея, ну такая рассыпчатая получается. Попробуем так. Блин, я не знаю, наверное, клей я не брал. Я не планировал на мамалыгу ловить, но она со мной катается. Ну, в принципе, замялась. Опс. Вставляем то же самое, крючочки вставляем сюда, в кормачок, раз. И раз, и можно забрасывать. Хоба, полетела мамалыга. Чик. Я ж думаю, вам тоже будет интересно, работает она или нет. А то много кому нет времени варить эти мастырки, или нет нервов ее сварить. Но я вам скоро покажу, как ее менее геморно варить. Я нашел новый способ. Хопс. Варится, блин, за 40 минут. Не замачивать, не геморроиться, не вымешивать не надо. Раз, два и готово. Только стоит отойти. Гайка работает. Гайка в работе, народ, все опустила. Иди сюда, бардоровый. О, прицепился в этот раз. Не успел и к машине дойти. Как он клюнул. Ух, как ведет, как водит, ой ты, брателло. Опа-на, шик, все, и гайка принесла нам карасика. Ой, блин, ой, ребятки, как же я люблю карасиков ловить, люблю ловить, а кушать еще больше. Поэтому я такой радый. О, 5 карасевичей уже хорошеньких. Уже на раз покушать Михалычу будет. Так, ну что? Пробуем тоже сюда мамалыгу. Сейчас чесночный добавим. То есть на гайку ставим чесночную. А ну давай отрубайся. Ух, чесночком как пахнет. Блин, еле замял ее в кормачок. Тоже не хочет лепиться. Надо клей добавлять. Опа-на. Так. Чесночная мамалыга на гайке. Во, нашел у себя в сумке коноплю. Что это конопля прицепилась, блин? Вот такой клей. Кукурузяный клей. Если не лепится, это самое то, чтобы оба нашу мамалыгу скреплять. Надо сказать производителям, пускай изначально делает ее так, чтобы она лепилась. Нам же интересно ее для кормочков использовать. Правильно? Вот, ребята, такой клей. И клеем сейчас будем ее слепливать. Так, разминаем ее. О, теперь совсем же другое дело. Видите, уже хорошо лепится. И к рукам так не липнет, как изначально. Так, переминаю и чесночную прикормочку, ребятки. Ну, это же совсем другое дело, когда клей добавил. Да, смотрите. И к рукам уже не липнет так. Опа-на. Сейчас посмотрим, что скажут наши карасики на такое. На мастырку ловятся. Опа-на. Посмотрим, ловятся они на мамалыгу. Опа, я же говорю, мастырка лучше любых прикормок. Но ее геморно варить одна проблема. Опа-на! Ветер поменялся. То со спины дул, так хорошо было. Я сидел в затышку. А теперь дует на нас. Короче, мамалыга макуха, мамалыга чеснок и крайний мастырка. О-о-о-о-о! На мамалыгу макуха клюет. Давай, давай, братику, давай. Что ты там, засел уже? Ну? Сидит, наверное. Опа-на! Вот и клюнул мамалыжный карай. Ух ты, я как сопротивляется. Они там заседают хорошо, там самозасекающие крючки стоят. Опа, и система самозасекающаяся.
Ух ты, как сопротивляется. Ух ты, ё. О, ребят, смотрите, какой карасевич. Ни хрена себе. Ой, блин. Смотрите, какой здоровенный. Ух, мамалыга макуха сработала. Все, и с клеем осталось, не выпало. И снова два крючка во рту. А ну дай. На два клюет. Норку. Опс. Так, ну если не выпало, значит снова тебя заряжаем. Класс. Класс, что мамалыга. Я очень рад, что и по карасях мамалыга работает. Не только по карпах. Щик. А еще ее используют, я видел в Одесской области, на речке Днестре, на речке Турунчук. Там ребятки нарезают просто кубиками. Ну, кубик нарезали и в макушатник. Эту мамалыгу используют. Тоже прикольно. Типа как и макуху. Как чистую макуху. Опа-на. И сазана, карпа ловят. О-о, чесночная мамалыга. Опа-опа, тут хотел перезабросить мастырочку, то что-то не клевало. Тут снова клюет на мамалыгу. Опа, на мамалыгу макуха. Второй пошел. Я думал, мастырку всю сожрала и не клюет. Не, мастырочка была, но я ее перезарядил. Сейчас перебросим. А то за мастырку стыдно. Ух ты, блин, ушел. Гад отцепился. Резко потянул его губу, ему порвал. Все, мамалыга осталась. Еще раз забрасываем. Ну, радуюсь, говорю, радуюсь, что мамалыга работает. Щик. Видели, мамалыга макуха пока что дубасит. На чесночную была поклевка. Две даже было поклевки, но пока рыбы нет. Надо еще ту сладкую кукурузку попробовать. Так, давай. Иди. Опа-опа, на мастырку валит. На мастырочку клюет. Давай. Ну, о-о-о, на чеснок. Опа-на. На чесночную мамалыгу кто-то клюнул. У-у-у, упирается. Ух, и упирается. Видели как? На мастырку и потом сразу на чеснок. Но мастырку оставил. А чеснок идет. О! Ёк! Блин, на мамалыгу как будто какие-то карасики побольше. Или это мне кажется. Ух, красивый. Красавчик, смотрите, ребят, какой красавчик, да? И обратите внимание, я же ловлю на пенопласт. То есть рыбка подходит и жрет мамалыгу. Не червячки, не опарики. Именно мамалыгу. Ой, блин. Работа потихоньку идет. Хоть бери, да еще одного спиннинга ставь. Что-то лень. Ну, сейчас поставим, наверное. И будет у нас мастырка, кукуруза сладкая. И кто там? И это, макуха. Так, сейчас попробуем кукурузку сладкую. Оп, она же у нас есть. Все надо покатать, что работает. О, мастырочка дергает. Давай, давай. Опа-на. Так, и на чесночную только что клевала. Ну, давай. Ой, блин, и тут клюет, ребят, смотрите. И тут вырывает. Вырывает спиннинга. На макуху. На макуху уже больше всего поймал. На макушную мамалыгу. Хух. Ничего себе. Ничего себе. Караси косяками подходят. На прикормочку подтянулись на нашу чесночную Real Fish. Оба-на. И теперь валят на мамалыгу. Три кабайса. А там сидит и дергается. Сейчас, чувак, сейчас. Сейчас вытяну тебя, сейчас. Сейчас вытянем тебя. Я про тебя помню. Мастырочный карась. Опа-на. О, на мастырку самый маленький клюнул. Вот это самый вкусный размер. Чик. Стой, брат, стой. Сейчас забросим. Опа. Ух, блин, жара. Вот это я понимаю, жара пошла.
мішаю кукурузяною мамалигу. Блін, якщо б вона ізначально ще б ліпилась класно, їй би взагалі ціни не було. Опана. Перемінаю її з клеєм. А ну, ради експерименту, щоб не доставляти ще в одного спиннінга. Здесь, де чесночна стоїть. Де чесночна мамалига, сюди поставимо сладку кукурузку. А то четвертий спиннінг, ну, блін, места здесь мало. Опа, о, были поклевки, рыбка сожрала наш чеснок. Сейчас мы сюда замнем. Так, вот она. Во. Сладкую кукурузку. Опа, что нам карасики скажут на такое? И все то же самое. Пенопластик, польский пенопласт. Вставляем его в кукурузку нашу. Опа, о, вот так. И за рыбами. Бульк. Опа, 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 опа. И снова пошла жара. На макуху. Блин, макуха облавливает даже мастырку. Ничего себе, и не подумал бы. Ух ты, ёй, ребят. Плотва собака клюнула. Видели? Плотва собацюра. Ничего себе. Ты нам здесь нафига? Иди отсюда. Оп. О, клей хорошо держит. Видели? И не выпадает с кормачка. О-о-о, кукурузка. Давай-давай. На кукурузку, на сладкую кукурузку была поклевочка на мамалыгу. Те что-то стоят. Мастырка, блин, на удивление затихла. Ну, продолжай. О-о-о-о-о, макуха. Он макуха работает, ё-моё, блин. Лучше всего. Макуха есть макуха. Уй-уй-уй-уй, как упирайся там. Ку-ку-ку-ку-ку. Все, братан, ты уже приехал. Иди сюда. Опа-на. Красивенький карасик, красивенький, братан. Блин, я уже на одну эту... О, видели, как губу оторвал ему? На одну эту мамалыгу уже сколько карасей поймал. Вы считали, народ? Не перезаряжаясь. Так, в норочку. О, там уже есть немного. О-о-о-о-о. Сладкая кукурузка. Давай, давай, давай. Давай. Ну, потяни хорошенько. Опа. Ух. Есть. Ой-ой-ой-ой, как ты там сопротивляйся. Короче, друзья, мамалыга работает вся ту, что я с собой брал. Но она еще есть там клубничная, то есть фруктовая. Ой-ой-ой-ой, смотрите, как карасик уходит. Чух. О, и забрал всю мамалыгу, высмоктал. Две поклевки, и мамалыга ушла. Красивый карасик. Сейчас снова кукурузку зарядим. Ну, лебеди пролетают. Короче, друзья, на кормачки по карасикам это, наверное, самая крутая рыбалка в этом сезоне. Карась лупит, что дурной, я вам скажу. Класс! Ой, смотрите, и снова клюет. Ну, давай, давай. Давай. Клюет, отвлечься нельзя. Ну и порадовало, что мамалыга по карасикам работает. Вспомнили за мамалыгу. Снасти проветрили. Короче, ребятки,
я рыбалочкой доволен. Хоть и огорчил, конечно, водоем наш, там, где я карпов на кивок таскал, по камышах пешком ходил. Помните? Кто не помнит, подсказка в правом верхнем углу будет. Опа, опа. А тут клюет, видели? Опа. И есть. Валит, что дурной. О, это клюнул как раз на этот, на сладкую кукурузу. Иди сюда, иди сюда. Губы слабые у карасика, если быстро тянуть, отрываются. Хопана! Смотрите, какие карасевичи, ребятки. Ну, блин. Это ж карась, ё-моё, видели? Ух! Жесть. Ладно, друзья. Наверное, этим карасиком и закроемся. На пожарку я там уже нормально поймал. Зачем им много, правильно? Удовольствие получили, на покушать карасиков наловил. Сейчас посмотрим, каких наловил, что наловил. И, друзья, по кормочкам. Остерегайтесь подделок, очень много подделок продают. Настоящие кормочки продаются в магазине Карпзандер, Терафиш, ну и лично я продаю через почту. Кому нужны, между прочим, кормочки, пишем мне на почту. Почта моя прикручена под каждым видео. А мы идем посмотрим, что мы там надергали. Ой, блин, ё-моё. Смотрите, и тут опустило, видели как валит? Опустил, но не засекся. Так, мамалыгу можно уже и высыпать. Опа, карасики, чебурасики. Ага, народ, между прочим, чехольчик еще раз вам покажу. Вот, чехольчик и шкипер. Народ, смотрите, сколько у меня здесь помещается. Здесь он на 3 отделения, подставки разные. Смотрите, куча подставок в одном. В втором 4 кармачных удилища с катушками помещается. Плюс он и карповики здесь у меня лежат. И фидера вертексы. Видели, какой вместительный? У меня 1,65 м размер. Вот это. Так, смотрим по карасикам. Чуть-чуть вам. Опа, чехольчика хорошая. Блин, чехольчики, конечно, бомба. Что мы тут надергали? О, самых маленьких 2 выпало. Ого! Ничего себе, я думал, там десяток. А тут уже, ребят, вы посмотрите, сколько карасевичей. Ё-моё. Вот. Смотрите, какие караси, а. Один вот такой. Второй какой-то длинный, здоровенный. Ё-моё, а тут десятков, наверное, 3. Жестяк. Класс. Класс. А если посидеть, блин... Не, ну карасики, конечно, зачетные. Прямо такие зачетные кармачные карасики, блин. Мамалыжные, мастырочные. Эх! Жиробас. Класс. Просто класс, ребятки. Шикардос. Ух. Короче, блин, буду ехать, собираться. Попробую, наверное, завтра поехать на кармачки половить линя. Если получится, если погодка не испортится. А тут клюет. А тут клюет. Видели как? Ого, что-то там так сопротивляется. Ладно, ребят. Блин, ну вытяну, все, вытяну, покажу. О, и снова карасевич. Ладно, ребятки. Вы знаете, все, что вы видели в моих видео, все ищите по ссылочкам в описании под роликом. Ну, а я на сегодня с вами прощаюсь. С вами был Михалыч, канал Клуб Рыбаков. И всем пока-пока.